Водитель «Газели» при перестроении не заметил мотоциклиста и создал ему помеху. Мотоцикл отлетел назад и врезался в иномарку. «Газелист меня сбил. И вот, и я упал. Вот, я покалечен, и вот милиция. Все. А кто виноват? Я считаю, что газелист виноват». Однако, по словам водителя «Газели», виноват все-таки мотоциклист. «И решил перестроиться вот перед мостом. Вот, а только посмотрел в зеркало-то, а на огромной скорости мотоциклист мчится. Ну, я обратно в свою полосу и даже не слышал ничего». В результате у мотоциклиста перелом руки и ушибы. Водитель «Газели» не пострадал. После проведения следственных мероприятий виновником аварии признан именно он. К слову, у мотоциклиста не было прав на вождение, а также регистрации на транспортное средство.